Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Черданцев и Константин. На экране состав команды «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим, как будут играть гости. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Черданцев и Константин. На экране состав команды «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим, как будут играть гости. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Черданцев и Константин. На экране состав команды «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим, как будут играть гости. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Черданцев и Константин. На экране состав команды «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим, как будут играть гости. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. На экране состав команды «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим, как будут играть гости. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Команда начинает эту игру. Поехали! Хорошо мяч перехватили в атаке. Прострел. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Хороший пас во фланг. Не прошла эта передача мяч у соперника.